нежная фигура для Е-класса. И здесь мы попробуем ввести очень легко понятие ведения push-pull и ведения формы корпуса. Посмотрим. Начинаем с шоссе. И ча-ча, раз. Первое ведение с помощью формы. Партнер будет поворачивать свой корпус на 1/8 вправо. Пожалуйста. И сейчас два веса корпуса партнера воздействуют друг на друга в разные стороны. Ведение будет пул. Партнер, двигаясь назад, направляет партнершу на ее движение вперед. Пожалуйста. И два, три. Партнер поворачивается на 1/8 влево, давая понять партнерше, что ей тоже нужно повернуться. И партнерша воздействует своим весом вперед на корпус партнера, создавая таким образом в руке ведение пуш. Партнер отталкивает партнершу назад на ее лок. И ча-ча, раз. Здесь будет ведение пуль.